Всем привет! Сегодня приготовим заварные блины. Такие блины готовятся без дрожжей и соды, но получаются ажурными с дырочками. Для теста разбейте 2 яйца в миску или чашку и немного взбейте. Взбивать можно венчиком, но миксером будет быстрее. Добавьте щепотку соли и 1 столовую ложку сахара. Все размешав, налейте 200 грамм горячей воды. Постоянно размешивая, налейте в миску 200 грамм молока. Продолжая все смешивать, засыпьте 200 грамм муки. 200 грамм муки – это будет чуть больше 1 стакана. Муку добавляйте постепенно и хорошо все размешивайте, чтобы не оставалось комочков. В конце добавьте 2 столовые ложки растительного масла. Масло можно взять без запаха. У вас должно получиться жидкое тесто. Если же тесто густое, то блины будут толстыми. Чтобы этого избежать, можно добавить немного воды или молока. Перед самым началом выпечки сковородку хорошо разогрейте и смажьте маслом. Для следующих порций блинов не обязательно смазывать. На сковородку налейте больше половины половника теста. Поворачивая сковородку во все стороны, распределите по 1 сковородке все тесто. Если сковородка хорошо прогрета, блины будут с дырочками. Как тесто станет глянцевым, переверните блин на другую сторону. Выпекайте блины на среднем огне. Проверяйте готовность, поднимая край с помощью лопаточки. Готовые блины смажьте маслом и подавайте к столу со сметаной, со сгущенкой или с вареньем. У вас получатся очень вкусные румяные блинчики к чаю. Готовьте на здоровье, приятного аппетита! Кому понравились мои рецепты, подписывайтесь на мой канал в Яндекс.Цен. Ссылка в описании.